Владивостоке проходит не безболезненно. И дело даже не в повышении стоимости проезда. Люди готовы платить, но за удобство. Как минимум, пассажиры требуют, чтобы в автобусах был безналичный расчет. В одних машинах он работает, в других стоит для вида. Или валидатора вовсе нет, а водители плату требуют. В городе даже открылась горячая линия по вопросу работы таких терминалов. Если с ними есть проблемы, транспортное предприятие штрафуют на 8 тысяч рублей. Но даже это, кажется, не пугает нарушителей. Поэтому управлению транспорта администрации Владивостока пришлось собирать целое совещание с руководителями компаний-перевозчиков. Это техника, да, она может сломаться. Вопросов нет. Но если Татьяна Борисовна об этом знает, мы звоним автоматически ей и говорим: Татьяна Борисовна, проблема там как бы у нас в техническом состоянии валидатора, или проблема в том, что просто водитель повешал и ездит целый день. Если водитель повешал и ездит целый день, выписываем штраф, даже не обсуждается. Случаев с нерабочим терминалом или вовсе его отсутствием уйма, об этом говорят отзывы горожан. Большинство перевозчиков еще до внедрения системы безналичного расчета были пессимистично настроены к такой новинке. Но это дело времени, отмечают представители компании «Восток Авто». У этого перевозчика 100 единиц техники, на каждой из которых установлены валидаторы. Ну, трудностей как таковых нет, а просто процесс обучения, человек должен привыкнуть. Потому что у нас был дельфин, немножко порядок изменился, а люди привыкли, все будет хорошо. Проблем с этим нет. Немножко времени еще, привычка водителя. И тем не менее, опрос показал, что на сегодняшний день перевозчикам не хватает 22 валидатора. Они необходимы для оснащения новых автобусов, которые компании приобрели недавно и ранее не были учтены. Это несущественная цифра, учитывая, что ежедневно на дороге города выходит около 600 автобусов. Со стороны администрации обязательства полностью выполнены, но, как говорится, это только на бумаге все работает. Поэтому в завершении встречи Александр Иванов настоятельно рекомендовал руководителям автопредприятий провести дополнительный инструктаж с водителями на тему работы валидаторов, иначе больших штрафов им не избежать. Я считаю, что это проблема руководства транспортных предприятий, то есть организаций, что это, ну, просто скажу, безответственная работа со своим водительским составом, с безопасниками, с механиками, кто отвечает за валидаторы, кто отвечает за этот процесс. Отметим, что сегодня в Владивостоке работает 14 автотранспортных предприятий. Они обслуживают 93 автобусных маршрута. Если на каком-то из них пассажиры обнаружат проблемы с безналичным расчетом, они смогут позвонить на специальную горячую линию. Ее номер 236-32-52. Максим Яковлев, новости на восьмом.